Парусный спорт – это, наверное, лучший отдых для тех, кто любит природу и не боится воды. Для ивановского клуба «Бриз» этот заплыв юбилейный. Ровно 25 лет назад с такой же регаты клуб начал свое существование. В России вообще, мне кажется, мы стоим на третьем месте по количеству судов, которые существуют в городе. То есть на первом месте Москва, на втором Петербург, на третьем Иваново. Соревнования проходили в северной части Увадьского водохранилища. Более 30 экипажей из Иваново, Шуи, Волгореченска и Владимира решили продемонстрировать коллегам по цеху как технические стороны своих суден, так и личное мастерство отдельного капитана. Место проведения регаты было выбрано не случайно. Очень красивые места, здесь разный ветер. В общем, нам очень нравится это место. И мы этот берег называем парусный берег, то есть потому что здесь постоянно есть паруса. В этот раз яхтсменам не повезло, погода была практически безветренной, а так как веслами по условиям соревнований пользоваться запрещено, приходилось периодически выжидать появление ветра. Ведь только благодаря нему можно почувствовать всю прелесть этого водного путешествия. Кто-то говорил, что хождение под парусом очень похоже на полет. То есть, в принципе, работают те же законы. Парус как крыло. Почти все суда здесь самодельные. В основном это парусные катамараны. Оказывается, удовольствие можно получить не только с момента выхода с судном на воду, но и во время его изготовления. Хотя и процесс этот достаточно трудоемкий. Все-таки постройка корабля – это определенный труд. И, как сказать-то, усидчивость. Надо его построить, расчертить, размерить, собрать, опробовать, переделать, доделать. И так постоянно. Катамараном называется любое судно, состоящее из двух баллонов, палубы и обязательно парусов. Сейчас осуществляется сборка относительно маленького катамарана. Он всего 3,5 квадратных метра и сконструирован он по чертежам 20-летней давности. Юрий исполняет свою мечту детства здесь, на парусной регате. По результатам соревнований в самом распространенном классе до 10 квадратных метров победителем стал экипаж парусного катамарана под управлением основателей клуба. Для них такие регулярные заезды – это в первую очередь семейный отдых. Пока молодые были, потом появились дети, появился катамаран, сначала деревянный такой, как первобытный, можно сказать, баллон такие, из детской клеенки склеенные. Ходили на таком катамаране. После соревнований на берегу развернулось целое костюмированное представление. Катание на мотопараплане, праздничный стол и походная баня. Этот уикенд, по словам яхтсменов, они откатали как следует. Ведь в парусном спорте главное уметь отдыхать. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.